Ты со Скеллиге? С Артскеллига. Но с детства жила в Гольмштейне. А почему уехала? Я всегда хотела быть кузнецом. Целыми днями в кузне крутилась. И все мне там нравилось. И жар, и запах, и удары молота. Когда мне исполнилось 17, отец сказал, что ему больше нечем у меня учить. И отправил в мир оттачивать ремесло. Через несколько лет я стала мастером. А потом началась война, и я осела здесь. Что у тебя есть на продажу?